До перехода на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами остается чуть больше месяца. Оборудование для сортировки и обезвреживания ТКО уже закуплено и находится на территории городской свалки. В настоящее время идет подготовка площадки под его установку. Готовность города к реализации проекта лично оценил заместитель губернатора округа Юрий Бездудный. Один из региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами – комбинат по благоустройству и бытовому обслуживанию. В зоны его ответственности вошли Нарьян-Мар, поселки Искателя и Красное и село Тельвиском. На сегодняшний день материальная база КББО сформирована полностью. В окружную столицу доставлено необходимое оборудование и техника, в том числе установка термического обезвреживания твердых коммунальных отходов. Значит, установка очень неплохая, зарекомендовала себя фактически уже в почти 27 регионах. Мы с департаментом осуществляли выезд на город Пушкино Ленинградской области, где реально ознакомились с ее работой на месте, пообщались с тем персоналом, который в течение года эксплуатирует ее. В принципе, оборудование надежное и хорошее, без лишней автоматики, но при этом, осуществляет сжигание в очень хорошем качестве. Отходов остается очень мало. Прежде чем отходы человеческого потребления поступят на утилизацию, им предстоит пройти предварительную сортировку. Об этом заместителю губернатора округа Юрию Бездудному доложил первый заместитель мэра города Андрей Бережной. Сортировка, у нас тоже подошла. Брали самую простую, учитывая, что впереди у нас строительство полигона в ближайшем обозримом будущем. Поэтому простую, без каких-то сложных механизмов, типа магнитных, сепараторов и так далее. То есть самая простая. Разрыватель пакетов, линия конвейерная. Дальше идет балок, отапливаемый с персоналом, который будет вручную производить сортировку. И после сортировки ориентировочно около 50% отходов, которые отходятся к пищевым и иным, которые подлежат сжиганию, будут идти на сжигание, а остальные через шредер перемалываться и перерабатываться в инертные материалы, которые могут использованы для иных каких-то нужд, подсыпка дорог и так далее. Вместе с оборудованием в Нарьян-Мар доставлена и необходимая спецтехника – Амкадор, МКСМК, самосвал, бульдозер. Кроме того, на сэкономленные деньги приобрели промышленный шредер, который будет дробить те отходы, которые не подлежат утилизации. Сейчас мы проводим работы по обустройству площадки, на которой будет размещаться оборудование подъездных путей. Думаю, что в течение ближайших 10 дней площадка будет закончена. Можно будет размещать оборудование. Параллельно сейчас начинаются работы по прокладке кабельных линий, подключению к трансформатору. По словам Андрея Бережного, к середине декабря в Нарьян-Мар приедут специалисты, которые обучат персонал работе с оборудованием и запустят его в эксплуатацию. То есть все это позволит нам с 1 января перейти на новую систему обращения с ТКО. То есть мы технически будем готовы работать в рамках тех законодательных актов, которые есть, и технически будем готовы к переработке мусора. Обсуждение этой темы власти округа и города продолжили уже на совещании в администрации региона. В нем приняли участие в том числе представители муниципальных предприятий, которым присвоен статус региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Напомню, Нарьян-Мар, поселки Искателей, Красное и село Тельвиска вошли в зону ответственности комбината по благоустройству и бытовому обслуживанию. В ближайшее время предприятию предстоит получить лицензию на осуществление соответствующей деятельности, провести торги на транспортирование отходов в городской агломерации, а после установления тарифов до конца года заключить договоры на обращение с ТКО с собственниками отходов. В остальных населенных пунктах на территории Заполярного района будет работать Севержилкомсервис. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, телеканал «Север».